Всем привет, с вами Кирилл и Никита. Всем привет! И мы играем в какого-то Уилсона. Какой-то. Мы играем Уилсона, какого-то робота Уилсона. Вот так. А, давай начинать. Трудно, нормально. Давай. Нормально. Что на нас зыришь, глаза позыришь? Так, о, кстати, оцените мой скинчик. Мне Никита поделился роблоксами, и теперь я поменял свой скинчик. Такой нормальный скин. Ладно, пошли, пошли, пошли. Так, тут надо прям бежать быстро. Ты куда? Там же робот бежит. Кстати, тут все, знаешь, тут все заключенные. Тут и вот этот клоун, который за нами бежал, тут и этот. Ты знаешь, тут даже этот пекарь есть. Ага, стой, подожди меня. Я жду тебя. Я жду комиссара Кошмара. Это разработчики одного и того же года, походу. Ай, ты меня там пухнул. Как, я уже прошел. Я упала, это зеленый жук. А, окей. А мы тоже ничего? Да, ничего. Че, главное мне не сниться. Может, эта пружинка за один робокс стоит? А, нет. А сколько? Нифига, 200 робоксов. Ее. Жека. А, сюда ее надо. Теперь вот так берем. Ой, вот сюда я надо ставь. Все, я полез поверху. Молодец. А, я упал. Жека, я неправильно поставил. Да блин! Ой, а как? Все, я запрыгнул. Я тебя тоже. Как ты запрыгнул? Давай. Я полез на доски, ставь. Давай, молодец. Тут главное не упади. Все, молодец. А, тут изи. Ну это? Ну это изи. И что это за такое? Что а! Что это такое? Это что? Ой, я умер. Знаешь, похоже на Раша. Да я сейчас приду, я умер просто. Я почти прошел этот лабиринт. А он тут дальше зависает. А нет, а в прошлый раз он у меня зависал. Он же раньше зависал. Давай. Нет, он меня сейчас убьет. Он меня сейчас убьет. Спасите, помогите, он меня сейчас убьет. Он меня сейчас убьет. Да он меня опять убил. Все, я прошел, ты я опять я умер, прошел. Подожди. Я прохожу дальше. Подожди, не проходи, подожди меня. Ладно, я еще одно испытание пройду. А, я тут. Я тоже сдох сам на другом испытании, на Раш. Ну всё, иди нахуй. Нет, вот это самое моё нелюбимое испытание, которое сейчас идёт. Вот он, наверное, завис. Пять. Ты на капкамах? Капкам? Нет, я на каких-то попрыгушек, помнишь? Эти попрыгушки мои нелюбимые испытания. Какие? А, эти попрыгушки. Да, я их прошел. Фу.
Подожди, я прохожу, типа прыгушки. Давай. Здесь с первого раза пройдешь. И не умер. Тут есть вертолет за 700 робокс. Офигеть, как круто. Его же никто не купит. Да блин, я на последнем слился. У меня просто клавиатура дебила, она любит не нажим, не нажим, это. Вот, например, ну-ка я не на... Ай, не я наш... на карту. Я уже на 10 уровне, а ты на 8. Я на 11, тут сейчас просто... Какие-то шипы. Здравствуйте! Так, здравствуйте! Вот эта фигня сложная для меня. Ага, это первый раз умер, второй. Давай, тихонечко. Ой, а их за... Вот это вот сейчас будет еще один. Всё. Я прошел с первого раза. Я тоже. Я прошел с первого раза. Да, то что там изи было. И для кто на телефон играет, для того уже не изи. Ааа, я упал! Не допрыгнул. Мой аватар в Роблоксе вообще тупой. Он может допрыгнуть. Кстати. Это а ты как прошел? Жди меня. А я мои... У меня нам... Ладно, вообще. Хоп. Ааа, я упал. Ты упал. Мне все заново ходить. Чего? Ой, они же крутятся. Аня, я сюда. Давай, проходи. Ааа, я на мяч упал. Кстати, кому мои джинсики, джинсы, прям подходит к джинсовке. Ура, ты прошел. Еху, я полетел. Я, кстати, могу тоже сделать эту... ты выкатился туда. Да, и я умер прям. А как тут выживать? Это же невозможно. Почему я уже прошел уже две. Я под карту упал. Чего? Я под карту упал. Я под карту. Я вообще внизу тебя. Подожди. Подойди на это право. Подойди право. Подожди, иди назад. Тут стенка, я забагался. Что мне делать? Ресетаться, что ли? Я ресетаюсь. Я уже... я умер. Я кто прошел? Теперь новая. Подожди, следи за мной, чтобы я никуда не провалился. А я вообще-то... А, ты уже в курсе. Я-то прошел. Ой, чуть не упал. Ой. Я чуть не понял. Давай, проходи. Я тебя тут жду внизу. Это что за паутина? А, нет, просто паутина. Стой, ты куда пошел? Ты перед меня куда-то ушел. А, ты все досточки поломал, меня уронил. Ладно, давай, проходи. Ай! Нет! Я сдох. Что, здесь опять шарик пролетает, а? Блин, сейчас придется включать турборежим. Ты куда? А меня ждать? Я тебя жду. Я буду включать турборежим. Сейчас босс будет. Турборежим. Ой. Помогите, я умер.
Я вообще не понял, что делать. По ним стрелять, что ли? Да! Меня окружают! Помоги! Ай, у нас же раз. Турборежим включить! Нет! Ой, меня окружили, а не падла. Так, ты давай впереди избавлюсь, потом сзади тебя избавлюсь. Сначала в кучку соберу их, а потом буду эту кучку убивать. А что я ей говорю, я эту кучку сейчас их соберу, кучку. Буду кучку их убивать. Ага, кучку убью, тебя убью. Тебя, потом тебя. А! Я чуть не умер, я сейчас так меня забил. Не открылся паровозик. Тебя жду. Мне паровозик открылся, паровозик. Давай я буду рядом с тобой стрелять. Они не умирают все равно. Он не сохраняется. Видишь, они не умирают. Помоги мне поставить. Нет, у меня не получается. Я не вижу твоих. Я роботов не вижу. Ты просто по кругу бегаешь. Так я твоих тоже не вижу. Знаешь, как будто это твое воображение. Как будто это твое воображение. Ага. Ладно, пройдешь, а потом буду я так пробовать. Ага. Я прошел! Я прошел! Что ты убил? Да, это я тут джаг-джаг тебе делаю. Идем. Я поехал без тебя. Нет, не ехал без тебя. О, паровозик приехал, ура. Уезжаем на паровозик. Уезжаем. Мы уезжаем на паровозике. Паровозик! Томас, помоги! Какой-то финиш. Ой, я большой. Я здесь большой. Вы что здесь, падла, делаете? Я их убиваю. А чему они... А, это у меня в так... Меня это турборежим просто включен.
Ладно, думаю, это. Всем спасибо за просмотр. Никита, может, еще заранее второй видос запишем, а то видео какое-то короткое получилось. Давай. Про что-нибудь еще запишем. Давай. Я вообще упрыгнул куда-то за карту, если что. Эх, у меня с текстурами. Вот тут можно всякие геймпасы купить. Нет, куда давай, я падаю? Хорошо. Ладно, может, Никит, второй видос запишем сразу? Давай. А про что? У меня есть одна штука такая. Сейчас я тебе покажу.